Специалисты предрекают быстрое обмеление ряда судоходных рек в Якутии. Несмотря на предстоящие сложные условия, завоз грузов необходимо выполнить в полном объеме, заявила председатель правительства Галина Данчикова на недавнем совещании. В этом году для нужд жизнеобеспечения планируется завести 1 382 тысячи тонн. Большую часть от этого объема составляют топливно-энергетические ресурсы. Глава Кабмина отметила, что необходимо заранее разработать альтернативные варианты с учетом особенностей каждой реки в республике для исключения будущих рисков.